Вот ведь как получается, только мы начали наш телевизионный проект, а уже Новый год с его незатухающими огнями и беспредельными днями отдыха катит в глаза. А это значит, что сегодня у нас будет программа в целом предпраздничная. Ведь следующий понедельник уже будет через год, ну, то есть 2 января 2017-го. А раз так, то и тем грустных, печальных, острых мы постараемся сегодня избежать. Хотя и минувшая неделя, и, увы, весь 2016 год были просто переполнены трагическими и очень тревожными новостями. Итак, смотрите сами завершающий 2016 год выпуск. Учитывая предпраздничный настрой, который сейчас в сердцах у всех, даже у тех, кто именно в эти дни усиленно окунулся в прекрасный, неповторимый, романтичный, интригующий и так многообещающий мир сессии, мы и начнем с новостей многообещающих и праздничных. 21 декабря президент Российской академии образования Людмила Вербицкая в торжественной обстановке вручила Ильшату Гафурову диплом о присвоении звания члена-корреспондента Российской академии образования. Эта награда ректора КФУ является признанием заслуг коллектива Казанского университета и важным показателем доверия к вузу и правильности выбранного в его стратегии направления. А уже через день ректор Казанского федерального университета был избран действительным членом Академии наук Республики Татарстан по направлению экономика, организация управления народным хозяйством. Поздравляя Ильшата Рафкатовича с этим научным признанием, хочется поздравить и всех нас, кто связал свою жизнь, свои планы, свою учебу и свою работу с Казанским федеральным. Ведь признание высшего руководителя – это всегда результат того, что его коллеги и соратники движутся в верном направлении. А значит, в дальнейшем, уже в наступающем году, развитие будет верным. Да, продвижение к успеху – это всегда как большое космическое путешествие через тернии к звездам. Главное, что мы теперь точно знаем, что именно к звездам. И признание большим ученым сообществом страны и республики деятельности ректора – тому подтверждение. Свои итоги 2016 года и задачи на 2017 зафиксировал на неделе Совет ректоров республики, который прошел с участием президента Татарстана Рустама Миниханова. Напомню, что Совет возглавляет ректор Казанского федерального университета, а входят в него все ректоры высших учебных заведений, работающих на территории республики. Здесь особость момента заключается не просто в наступившей календарной границе. Несколько месяцев подряд на самом высоком уровне и в России, и в Татарстане звучит и масса пожеланий, требований и даже острой критики в адрес образовательной системы. Непростой путь преобразований получил, что называется, свежее дыхание с приходом аккурат в канун 1 сентября 2016 нового министра образования и науки России Ольги Васильевой. На этом фоне, конечно, сбор ректоров при участии президента республики приковал к себе особое внимание. В зале переговоров Дома правительства Татарстана с ректорами Организации высшего образования встретился президент Татарстана Рустам Миниханов. Он отметил, что подобные встречи в канун Нового года стали уже хорошей традицией. Президент сказал и о положительной динамике рейтингов вузов Татарстана. Ну и много изменений в самих вузах. Много мероприятий. Ну и вот я посмотрел и рейтинги. Хотя работы еще у нас достаточно много. Рустам Миниханов обратил внимание на то, что сегодня Академия наук Республики Татарстан, Российская академия наук и вузы республики – это единое звено, работу которого необходимо обеспечивать на самом высоком уровне. А ректор КФУ Ильшат Гафуров озвучил несколько ключевых вопросов в области науки и образования на ближайшие годы. Он рассказал и о достижениях Казанского университета, и проектах, которые достойно представляют Татарстан в мировом сообществе. Встреча носила неофициальный характер, а по ее результатам удалось принять несколько важных решений. –
Еще одно грандиозное событие года. Выпускной 6-го сезона проекта «Фабрика предпринимательства» с участием президента Республики Татарстан Рустама Миниханова, ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, крупных инвесторов и действующих предпринимателей прошло в эти дни. Основной темой стала презентация и защита проектов выпускников нового сезона образовательного проекта «Фабрика предпринимательства». Напомню, что это образовательный проект при поддержке Казанского федерального университета и Министерства экономики Республики Татарстан, который дает теоретические и практические навыки в предпринимательстве. Проект, объединивший владельцев крупных компаний, различные фонды и перспективные проекты для расширения предпринимательской деятельности. Одним из основных направлений его является «Старт-фабрика» – курс для начинающих предпринимателей по созданию бизнеса с нуля вместе с наставниками и «Фабрика ПРО» – курс для действующих предпринимателей по развитию и совершенствованию своего бизнеса. Впрочем, смотрите сами. Совместный успешнейший проект Казанского федерального университета и Минэкономразвития Республики Татарстан «Фабрика предпринимательства» был создан для тех, кто мечтает воплотить самые амбициозные бизнес-планы. Уже 6-й раз «Фабрика» подвела итоги сезона. Завершилось мероприятие в Институте управления экономики и финансов Казанского университета, главной кузнице предпринимательских кадров в Татарстане. По сложившейся традиции, ректор университета Ильшат Гафуров представил президенту Республики Рустаму Миниханову объекты обновленной инфраструктуры, где проходит подготовка будущих специалистов. Кстати, до начала церемонии с авторами перспективных бизнес-инициатив каждый мог познакомиться лично. Мы производим сами, ну, эксклюзивную, в том числе мебель. А собственное производство. Интересно тем, что я сам ее делаю, я люблю работать с деревом, я вкладываю эту душу, и как бы я хочу, чтобы... Видите, дерево – это очень уютный материал, то есть когда ты делаешь деревянную мебель и вносишь ее в дом, в доме становится очень уютно и тепло. На сегодняшний день мы предлагаем наряды для никаха именно с нашими традиционными элементами, наряды сценического характера и деловые костюмы. Я считаю, что нужно возрождать, нужно популяризировать и развивать нашу культуру, именно культуру национального костюма. Финал проекта прошел в формате импровизированной инвестиционной комиссии. Авторы лучших бизнес-инициатив защищали их перед высоким жюри. Президентом Татарстана Рустамом Минихановым, ректором Казанского федерального университета Ильшатом Гафуровым, министром экономики Республики Татарстан Артемом Сдуновым, а также представителями других профильных госорганов, ведущими бизнесменами и общественными деятелями республики. Проекты в своем большинстве, которые презентовали участники, признаны успешными на самом высоком уровне. Рустам Миниханов порекомендовал каждому будущему предпринимателю еще глобальнее смотреть на бизнес. Вам надо найти вот эту нишу, сертифицировать ваш товар. И, может быть, не надо 50% рентабельности закладывать, пусть 20-25% рентабельности, но вы будете конкурентны на рынке. Вот через электронные продажи вы можете в любую точку мира поставлять ваши изделия. Логичным дополнением к сказанному станет скорое открытие в Институте экономики, управления и финансов отдельных программ бакалавриата и магистратуры по направлению предпринимательства. Как отметил Ильшат Гафуров, Казанский университет полностью готов к созданию хорошей основы для высокотехнологичного бизнеса. Вот сегодняшняя защита проектов показывает, что они вышли на другой уровень, чем были год назад, два года назад. Я же не говорю, что нам говорили первый год нашей встречи. Тогда Руслан Андреевич, все выходили и говорили, дайте нам денег, тогда мы что-то сделаем. Сегодня денег практически никто не просит. Прошедшая защита проектов наглядно показала, что будущие бизнесмены научились главному – самостоятельности. Стоит отметить, что еще пару лет назад на этой сцене участники просили инвестиций, а уже на сегодняшний день презентуют не только услуги, но и говорят о собственных достижениях, что, безусловно, не может не радовать. Напомню, это информационно-аналитическое шоу «Смотрите сами».
Мы уже успели за свою короткую жизнь зарекомендовать себя как программа, где есть место всем видам новостей, в том числе и музыкальным. Молодые и не заполонившие пока экраны наших телевизоров коллективы помогают нам ставить финальные точки в многообразной палитре событий. Сегодня, учитывая настроение наступившей недели, этих точек будет сразу несколько. Ведь Новый год к нам мчится, а значит, надо веселиться. И первым прочувствовать настроение праздника нам поможет коллектив с названием «От изысканного новогоднего стола» – «Текила». Ребята на втором уровне нашего ньюсрума готовы уже передать новогодний привет всем, кто уже окунулся в новогодние корпоративы, и тем, кто еще грезит праздничным столом, фейерверками и танцами. Смотрите и слушайте сами. Остыли реки, и земля остыла. И чуть нахохлились дома. Это в городе тепло и сыро. Это в городе тепло и сыро. А за городом зима, зима, зима. Зима раскрыла снежные объятия, и до весны все дремлет тут. Только елки в треугольных платьях, только елки в треугольных платьях. Мне навстречу все бегут, бегут, бегут. И уносят меня, и уносят меня в звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня. Декабрь, январь и февраль. И уносят меня, и уносят меня в звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня. Декабрь, январь и февраль. Остыли реки, и земля остыла. Но я замерзнуть не боюсь. Это в городе я все грустила. Это в городе мне грустно было. А за городом смеюсь, смеюсь, смеюсь. И уносят меня, и уносят меня в звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня. Декабрь, январь и февраль. И уносят меня, и уносят меня в звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня. Декабрь, январь и февраль. Дорогие друзья, поздравляем вас с наступившим Новым годом. Желаем вам всего самого-самого волшебного, светлого от всей души. С Новым годом! Ну что, пора более пристально взглянуть и на год 2017. Для Казанского федерального университета это будет год Лобачевского. В этой связи нам еще предстоит много раз обращаться к теме научного вклада этого удивительного ученого. Вклада, который при его жизни так никто толком и не понял и не признал. А сегодня имя Лобачевского знает любой, даже очень далекий от науки человек. Я уже не говорю, что труды его – фундамент многого, без чего себе жизнь в 21 веке уже и не жизнь вовсе.
Но без 3D разве жизнь? А ведь мало кто знает, что и там в основе гениальное открытие Лобачевского. Он и самый выдающийся ректор Казанского университета, который в равной степени был строг и демократичен, и не только смог прикрыть его собой от высочайшего гнева, но и превратил в альма-матер первого порядка на все времена. Это и человек, чьи заслуги перед Казанью неоценимы до сих пор в полной мере, а ведь он спасал город от эпидемии и страшных последствий пожаров. Он оставил нам самый памятный для города комплекс университетских зданий, а сам умер в болезнях и почти в забвении, в ужасных условиях. Вокруг него всегда было много загадок и мифов. От факта его рождения, чей он и каких кровей, до его воззрений. Не масон ли? Словом, нам много о чем будет поговорить в год Лобачевского и тем самым познать и историю, и ее выдающегося гражданина, и в конце концов самих себя через соотнесение с великим именем. А стартуем мы в нашем цикле о Лобачевском в стенах исторического музея Казанского федерального университета в зале, что построен при ректоре Лобачевском, где он с преподавателями и студентами отмечал многие годы Новый год и Рождество. В месте, где собрана уникальная экспозиция о Лобачевском. Поможет нам в нашей первой беседе о величайшем ректоре директор исторического музея Казанского федерального университета Светлана Фролова. И вот мы в историческом музее Казанского федерального университета. Если мы гордимся историей этого университета, если мы почитаем университет как святыню, то это святыня святынь. Добрый вечер. Я надеюсь, что с вашей помощью сегодня мы начнем большой, на весь следующий год, что называется, продолжающийся разговор о Лобачевском. О человеке, который вот с именем Казанского университета связан, ну, просто вот, что называется, это основа, это платформа, это вся база, на которой слава университета сегодня стоит. Давайте этот разговор начнем, что называется, с самого начала. Простите за тавтологию. Лобачевский ведь не из Казани родом. Лобачевский родом из Нижегородской губернии. И долгое время ученые не могли решить вопрос, где же он все-таки родился. Он родился в Нижнем Новгороде. Но дальше возникает вопрос, а кто был его отцом? Даже так? Да. И его отец, судя по записям, был достаточно мелким чиновником. В дальнейшем он преследовался за преступления совершенные, и его следы находят в Сибири. Есть версия о польских корнях рода Лобачевских. Ну, судя по фамилии, что-то есть. Да. Но один из нижегородских краеведов, проведя колоссальную работу с исповедальными книгами церквей Нижнего Новгорода, пришел к заключению, что, скорее всего, отцом, либо человеком, который оказал на него влияние, тем человеком, кто воспитывал Лобачевского, был уездный землемер Шабаршин. Он был выпускником Московского университета. А уездный землемер – это человек, который связан с геометрией, с математикой, с мерами измерений. То есть, видя эти приборы, измерительные астролябии и прочее с детства, вот откуда могла взяться любовь и интерес Лобачевского к этой науке. А фамилия Лобачевский тогда откуда? Собственно, от отца его, который был зафиксирован в метрической книге. Но в дальнейшем мать продолжала жить и ходить вместе на исповедь и была записана в доме вот этого уездного землемера. И когда он переезжал из Нижнего в Балахну, она тоже значится вместе с ним. Как вот все сложно, да? И вот жизнь дальше, да, этого человека, гениального человека, она тоже оказалась очень сложной и полной вообще и трагедии, и взлетов. Вот теперь к этому этапу, да, уже казанскому. Как он попадает в Казань? Он целенаправленно приезжает в Казанский университет? Дело в том, что, находясь, воспитываясь в такой семье, я думаю, что вопроса о том, что ребенок должен получать образование в государственном учебном заведении, даже не возникало, не обсуждалось. Это было, естественно, само собой разумеющееся. И Лобачевский первоначальное образование получает в Народном училище Нижнего Новгорода, потом оказывается здесь, в Казанской гимназии, причем не один, а вместе со своими двумя братьями, старшим Александром и младшим Алексеем. А потом уже после
после гимназии братья поступают в Казанский университет. Но здесь в университете случилась трагедия с его старшим братом. Он летом утонул. И если мы... Она оказала, эта трагедия, дальнейшее воздействие на Лобачевского, потому что когда в 1828 году он произносит речь перед студентами о воспитании, он говорит о трех разновидностях воспитания личности, о трех видах воспитания. Это, собственно, образование, это физическое воспитание. И говоря о нем, он говорит о том, что молодой человек должен себя беречь. Он говорит о бережении. Он не говорит о том, что он должен вести здоровый образ жизни там, и так далее. Ну, что бы мы могли бы ожидать от ректора, да? Он говорит именно о бережении, не случайно, потому что эту речь он произносит в годину смерти своего старшего брата. И, может быть, вспоминая юношеские годы и своего брата, он именно об этом пытается сказать студентам, чтобы уже с юности они все-таки были осторожны и берегли свою жизнь, и ценили ее. Вот многие ошибочно считают, что Лобачевский был первым ректором университета. Это ведь не так. Нет. Самый выдающийся, но до него университет был создан, некоторое время существовал. И правильно ли мы знаем, что он на момент прихода Лобачевского к управлению университетом считался, ну, таким неблагополучным? Ну, он считался неблагополучным с точки зрения, которая утвердилась в историографии, благодаря деятельности попечителя Казанского учебного округа Магнитского. Да-да. Все дело в том, что фигура Магнитского, так же, как и фигура Лобачевского, она обрастала стереотипами, легендами и мифами. Когда мы говорим о Магнитском, мы говорим о его резолюции после ревизии Казанского университета, что университет стоит разрушить. Угу. Но мы не вникаем в личность самого Магнитского. Он ведь тоже был выпускником благородного пансиона Казанского университета. Он был записан третьим в списке, то есть он был одним из лучших выпускников пансиона. Он был дипломатом, был и в Париже, и в Вене, и долго работал под руководством Спиранского, и на себе ощутил последствия ссылки и опалы Спиранского. И, вероятно, это научило его иначе относиться к своим служебным обязанностям, быть более ревностным, уметь приспосабливаться к тому, что требует от себя руководитель. И насколько вредоносным была деятельность Магнитского для Казанского университета. Ведь он, когда здесь оказался, он фиксирует, что целый ряд преподавателей, профессоров университета достаточно пожилого, престарелого возраста, как тогда говорили. И на занятия не ходят вовсе. И студенты к ним не приходят тоже. И он увольняет этих преподавателей. Увольняет. То есть фактически начинается набор молодых кадров. В том числе и Лобачевский. И вот Лобачевский попадает вот в это, вот, в общем-то, позитивное реформирование, да, назовем современным языком. И об этом пишут ученые Казанского университета в одном из юбилейных изданий, вышедших в 2004 году, Елена Анатольевна Вишленкова, Светлана Малышева и Сальникова Алла Аркадьевна. Они пишут об этом в своей книге, об этом неоднозначном отношении к деятельности Магнитского, которое все-таки должно пересматриваться. И мы должны избавляться от стереотипов, которые были навешаны и ярлыков на деятельность Магнитского еще 100 лет тому назад. Мы иные и иначе даже смотреть на деятельность. Вот, учитывая, что у нас сегодня первый разговор, первая встреча из тех вот многочисленных, я надеюсь, которые мы будем продолжать, языком геометрии выражаясь, давайте контурами сегодня обозначим некоторые позиции, которые будем как раз развивать. Что все-таки удивительного и уникального привнес Лобачевский в этот университет? Мы сейчас не обсуждаем сегодня его как великого ученого. Это, безусловно, отдельная тема, гигантская тема. А вот как администратор, как ректор, как человек, пришедший, в общем, в существующую уже систему. Да. Нам с вами сложно представить тот образ университета, здания, какими принял их Лобачевский.
То, что мы сейчас видим, это заслуга и труд Николая Ивановича Лобачевского. И когда однажды во время экскурсии нашу сотрудницу спросили, а какой у Лобачевского был стиль управления? Да. Демократический или авторитарный? Ну, даже я, изучив очень много работ Лобачевского, в том числе, когда он был и помощником попечителя Казанского учебного округа, его записи, заметки на полях документа, сделанные карандашом, мог ли он быть демократичным в отношении подрядчика, который привез некачественный лес и камень для строительства зданий? Ох, строители уже и тогда подводили. Да, и Лобачевский, не размениваясь на документы, тем, что попадалось под руку, учил того качественно и добросовестно работать. Вот так даже. Да, и на Лобачевского подавали в суд, но это было совершенно оправдано. А по отношению к преподавателям? Он себе подобного не позволял никогда. Лобачевский был всегда корректен и... Лобачевский не зря же становился главным объектом обсуждения, когда встречались студенты. Сохранилось очень много воспоминаний студенческих этого времени, и он был предметом всевозможных мифов, анекдотов. Но все анекдоты свидетельствовали об особой мысли, об особых способностях Лобачевского, о его трогательном отношении к студентам, потому что все-таки еще университет воспринимался как семья. Как такая семейная, большая семья, и во главе нее ректор, отец всех студентов. Ну и студенты ведь, они тоже жили в университете. Сейчас, если мы идем на юридические факультеты, на третьем этаже, там аудитория, где студенты учатся, там студенты когда-то жили до 1856 года. И, конечно, с точки зрения студентов это было не совсем удобно, потому что до определенного времени должны были приходить в университет. Студентов, там жили казино-кошные студенты, свои кошные могли снимать дома в городе. И казино-кошные студенты получали раз в квартал деньги на бумагу, на канцелярские принадлежности, но студентов кормили, студенты жили, у них была библиотека на третьем этаже, получали медицинское обслуживание, как мы сейчас говорим. Условия, конечно, для студентов, привыкших к вольной жизни, были достаточно суровыми. И это сдерживало студенческую инициативу и налагало на университетскую корпорацию ненужные ей заботы. Ну, это и как и сегодня в деревне Универсиады, все достаточно строго. Но это может быть и правильно. Конечно. Века проходят, а некоторые остаются незыблемые вещи. Учеба и занятия наукой, они требуют все-таки дисциплины, иначе, наверное. То есть вот это все, где мы сейчас находимся, это все Лобачевский, это все при нем. Да. Основная часть университетских зданий были созданы при Лобачевском университетский комплекс. И дальнейшие достройки проводились уже в конце 19-го, начале 20 века. И я вот не прав, это очень хотелось в самом начале, конечно, уточнить. Вы держите в руках уникальные экспонаты, насколько я знаю. Вообще мы стоим на фоне уникальных экспонатов. Это вот все, что помнит Лобачевского. Это часы из геометрического кабинета. Из ректорского дома. Дошичи. Через века, что называется. Да, и когда создавался этот музей, они были переданы из ректорского дома, из геометрического кабинета сюда, в музей. Есть по легенде еще и стол, который принадлежал Лобачевскому, но он до сих пор находится на кафедре и им пользуется заведующий. Да, ну. Да. Но я держу в руках, как вы правильно заметили, два предмета, один из которых Лобачевский держал в своих руках. Это личная печатка. Он ее ставил на документы. Вот это можно ее потрогать, да? Она очень тяжелая. А почему? Что здесь изображено? И почему? Потерто. На верше в виде женской головки в капоре. Ну, то есть так достаточно эстетично. То есть Лобачевский ставил личную мужская печать. Мужская рука. Да, мужской рукой брал женское личико, головку, грудь. В общем, такой эстет. А что, собственно, на печати? На печати изображен личный герб Лобачевского. Здесь мы можем увидеть стрелу как символ целеустремленности, пчелу как символ трудолюбия, скрещенные треугольники и подкову как символ счастья. А второй предмет Лобачевский
не держал в своих руках. Он оказался в Казани уже после смерти Лобачевского в 1856 году. Лобачевский был избран членом Геттингенского королевского общества, членом-корреспондентом в 1842 году. И от этого общества в Казань была прислана медаль Гаусса. Вернее, две медали, одна бронзовая, другая серебряная. И, вероятно, обе медали наследниками были проданы. Одну из них, бронзовую, удалось купить приват-доценту Казанского университета Михаилу Кондорадскому. Он был медиком. И 1 сентября 1896 года он передал эту медаль председателю физико-математического общества Васильеву. И эта медаль, она так и лежала завернутой в записку Кондорадского и хранилась на кафедре геометрии. Заметьте, вот уже тогда медики выручали университет, да, его историю. И с этой запиской она была передана в музей университета. Вот. Сейчас упомянули Казань, вот, может быть, завершающее на сегодня, Лобачевский и Казань. Ведь университет был одним из центров, собственно, Казани, благодаря которому, наверное, Казань и стала сегодняшним вот таким передовым городом в России. Вот его роль в развитии этого города. Вы знаете, поскольку роль Лобачевского в развитии университета велика, и в тот период времени университет становится центром притяжения для всех, кто приезжает в этот город. Совершенно, абсолютно для всех. Кабинеты Казанского университета, кабинеты редкостей были открыты для всех желающих. Здесь проводились защиты диссертаций в актовом зале, и сюда приходили, опять-таки, все желающие, приходила публика. Когда Дмитрий Иванович Мейер защищал свою диссертацию в актовом зале, он своей защитой сорвал концерт известного музыканта, поскольку публика собралась в актовом зале, а на концерт не пришла. И это было сделано благодаря Лобачевскому. Университет и ученые университета приобретают заслуженное уважение. И огромную, конечно, роль сыграл Лобачевский после пожаров, которые, особенно знаменитого пожара 40-х годов 19 века, он был очень страшным, начался на улице Проломной, поднялся вверх по перпендикулярным улицам. Это вот современный Баумна, да? Да, по Проломной, да. И дальше пошел по улице Воскресенской, ныне улица Кремлевская. Нам, современникам, пожар представляется иначе, чем видели его в 19 веке. Все дело в том, что мостовые были деревянными, они были просмоленными, и они горели очень быстро. И улица, представьте себе, она превращалась в огненную реку, которая очень быстро распространялась. И этому способствовал сильный ветер, который тогда был, в тот день был в Казани. Но университет, университетский комплекс удалось отстоять. Велика еще роль Лобачевского в периоды эпидемий. Угу. Эпидемии холеры, когда чумы, когда университет закрывался и становился таким закрытым комплексом. Все, кто въезжали в университет, они специально обрабатывались. И это позволяло, сюда стекались не только студенты, не только преподаватели жить в период эпидемии, но и горожане. И университет всех принимал, и огромная роль медиков университета, которые активно участвовали в борьбе с этими эпидемиями, Карла Федоровича Фукса, например. Поэтому действительно хочется, чтобы Казань снова вспомнила, узнала имя Лобачевского, узнала, может быть, с новой какой-то стороны, открыла для себя иного Лобачевского и поняла его вклад в мировую науку. Ведь тогда он не был оценен современниками. И Лобачевский мог бы опустить руки, спиться, ну и так далее. Но этого не происходит. И будучи непризнанным, непонятым ученым, он, тем не менее, раскрывается на ином административном поприще и оставляет огромный след в судьбе очень многих студентов, которые становятся выдающимися учеными, писателями. Это Бутлеров Лев Николаевич Толстой. И хотелось бы, чтобы в следующем году в ректорском доме открылась бы экспозиция, посвященная Николаю Ивановичу Лобачевскому. Этот дом так и называется ректорским. Во время своего ректорства 19 лет он проживал в этом доме. Как ни один из последующих ректоров дольше всех.
он жил здесь. Хочется, чтобы была передвижная выставка. И она бы курсировала не только по школам и лицеям, но она бы стояла в местах притяжения для сегодняшних жителей. Ну, например, в торговых центрах. Тогда все гости и горожане смогли бы познакомиться и, может быть, впервые открыть для себя имя Лобачевского. А может быть, на кого-то это оказало бы и решающее влияние в выборе дальнейшей профессии и своей судьбы. Вот та же, например, Софья Ковалевская стала математиком только потому, что в детстве, когда обклеивали ее детскую комнату на антресолях, обоев не хватило. Их обклеили страницами из учебника математики. Из детских лет она видела эти формулы. Сначала они были загадочными. Вот какие обои сейчас надо клеить, мистические, чтобы учили математику хорошо. А потом это все стало оживать, приобретать особый смысл и увлечение. Может быть, для кого-то таким открытием и путеводной звездой станет имя Николая Ивановича Лобачевского. Лобачевский и университет, Лобачевский и большая наука, Лобачевский и Казань, Лобачевский и его загадки. И педагог. Педагог. И те загадки, которые окружают его имя, даже связанные с тем, что изображено на гербе. Я думаю, все это темы, лобачевские студенты, это все темы наших следующих встреч. На сегодня спасибо вам большое, с наступающим Новым годом. Вас тоже спасибо. Ну и наши традиционные рейтинги. Их, как прогнозы погоды, все так любят и не любят. Любят, когда они демонстрируют нечто ожидаемое. И не любят, когда результат не очень. Но есть рейтинги, где как ни крути, а результат будет один. Единственно верный. Вот никто не сомневается, что человеком года в Татарстане по всем измерениям стал Рустам Миниханов. Сам же президент республики на излете года очаровал страну и ее самых продвинутых сограждан. 22 декабря в соцсетях президент Татарстана Рустам Миниханов вместо традиционного утреннего снимка, у него там появилось видео, на котором изображен, собственно, момент, когда глава республики фотографирует утреннюю Казань. Причем видео снято в стиле популярного в мире флешмоба «Манекен Челлендж», в котором люди застывают во время действия. Отметим, хэштег самой акции «Манекен Челлендж» в ролике Миниханова не указан. Лишь «Доброе утро, Татарстан». Ролик начинается с настольных часов «Весна» производства Владимирского завода «Точмаш», как выяснили журналисты, чьи стрелки замерли на 6 часов 21 минута утра. В кадре задействованы всего 3 человека. Впервые перед зрителями предстают 2 помощника президента, которые замерли в движении в приемной. К слову, довольно аскетичные по обстановке, которые украшает лишь новогодняя ель. Далее камера проезжает в довольно широкий кабинет к замершему во время фотографирования вида из окна Миниханову. Завершает 30-секундный ролик снимок нарядно украшенного сквера между Домом правительства республики и Театром оперы и балета. Впрочем, что я вам рассказываю, смотрите сами. Is a real crowd, please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. They lose it when the DJ drops the knee. Обратите внимание, что в столь ранний час президент на работе не один. Целых 2 помощника бодрствуют и еще как минимум оператор, что и запечатлел столь доброе утро Татарстана и его президента. Ну вот и все. На этот год хватит. Надеюсь, завершающие дни ничем не будут омрачены, и все мы сможем в самых близких нам компаниях собраться за праздничным столом и загадать самое сокровенное и лучшее на 2017 год. Бой часов не принесет единомоментных чудес, но надежду нашу взбодрит, а значит и путь к новым успехам станет более уверенным. Главное – здоровье, чтобы не подвело, и удача, чтобы не отвернулась. Ведите себя за праздничными столами уверенно, бодро, но помните, что Инстаграмы и Ютубы никто не отменял. Пусть там все будет 1 января очень красиво.
А Диляра Умарова, звезда Ютуба 2016 года, и ее группа Black Jack поздравляют всех нас с наступающим. Мы встретимся хоть через год, но скоро. Следите за программой и смотрите сами. С Новым годом вас! Дорогие друзья, дорогие казанцы, жители нашей республики и гости нашей республики, мы поздравляем вас от чистого сердца с наступающим 2017 годом. И мы, кавер-группа Black Jack, хотим пожелать вам счастья, здоровья и чтобы ваша жизнь всегда пестрила самыми яркими красками. Ну и, конечно же, сил вам, чтобы выдержать все эти приятности. И с Новым годом!